Часы Santos были созданы Луи Картье в 1904 году с целью помочь авиаторам определять время за штурвалом. С тех пор эти новаторские наручные часы с геометричным циферблатом и узнаваемыми декоративными винтами стали легендой. Корпус часов Santos de Cartier хронограф размером 43 мм, выполнен из ювелирной матовой стали 316L, весит с декоративным покрытием ADLC черного цвета, закреплен 8 винтами. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием защищает посеребренный матовый циферблат с римской разметкой, стрелками в виде мечей с покрытием суперлюминова, на котором контрастно смотрятся слегка утопленные счетчики хронографа и секундная стрелка. Апертура дата расположена на отметке 6 часов. Центральная стрелка является стрелкой хронографа. Вместо стандартной конфигурации с двумя кнопками с правой стороны корпуса часы оснащены прямоугольным пушером старт-стоп с левой стороны. Кнопка сброса показаний расположена внутри семигранной заводной головки с граненной синтетической шпинелью черного цвета. Интегрированный в корпус ремень из черного каучука с остальными винтами и раскладывающейся стальной застежкой смягчает ощущение массивности. Дополнительно в комплект входит ремень из кожи аллигатора черного цвета. Модель оснащена мануфактурным механизмом 1904 с автоматическим подзаводом и запасом хода до 48 часов. Часы обладают надежным уровнем водозащиты в 10 бар. Международная гарантия на часы Cartier составляет 2 года и дополнительная гарантия 6 лет после регистрации на сайте Cartier.ca. Часы идеально дополнят стильный образ современного мужчины.